уже отрос. Lenovo Vibe X2. Скажи пару слов. Мне нечего сказать. У нас тестовое видео не совсем обычное. У нас шеф-редактор портала InfoCar.ua расскажет пару слов о Suzuki SX4 новом. Шеф-редактор морозится в комментариях. Так и будет на YouTube. Ставлю еще ссылку. Полное видео можно посмотреть у нас на канале. Не надо вот эти вот шпионские. А мы уже видели это видео? Или это другая машина? Нет, как вы могли увидеть? Откуда у вас пиратская копия? Нет, вы же были в Испании, нет? Так нет, это не то. Пьет гадость. Это под не моя. Названием Coca-Cola. Это не моя. Это оператор? Да. Он забыл. Ну что, поехали. Папарацци. Во вред смартфона выступает в роли папарацци. Что-то тут неудобно сидеть. Зачем ты ломаешь машину? Не, ну вообще машина красивая, но вот эта штука отрывалась, да? Не, ну при определенных усилиях все можно оторвать, но как-то Паша так получилось, так вот, и снятие. Но тут она, смотри, достаточно прочно, ну я не знаю, конечно, отколупать можно, но так она сама не срывается. А где конкурент? Что? Конкурент ничего не приехал. А может забоялся просто. Ну, снимался. Давайте я капот еще открою. Давай. Но как по мне, эта машина больше похожа на хетчбек. Так и есть, это такой хетчбек и кроссовер. Хетчбек и кроссовер Suzuki. Вот. Вот тут, тут еще такой движок поместится. По размерам. Да, и будет V8. А вот и конкурент, смотри, приехал. Какой-то слабенький аккумулятор, такой детский. Ну да, маловато. Ну, заводится... Нормально. А вот приехал конкурент типа этой машины, Mitsubishi ASX. Больше похожий, кстати, на кроссовер. Более страшный какой-то. Нет, мне больше Mitsubishi нравится. Сейчас мы спросим у Ярика комментарий по поводу автомобиля. Знакомьтесь, это Ярослав, оператор портала InfoCar.ua. Он нам сейчас пару слов расскажет о Mitsubishi ASX. Очень хороший автомобиль. С прекрасным расходом и шикарной просто подвеской. Сколько ему лет уже? Ему 4. Он с 10 года выпускается, но обновился буквально, по-моему, полтора года назад. А ест бензина сколько? Очень мало. Если ездить в городском режиме и цикле, то меньше 7 литров. Даже при относительном более-менее активном драйве. А как по-вашему, это мужской или женский автомобиль? Полный тест-драйв этих автомобилей вы можете найти на портале InfoCar.ua. Человек получил в распоряжение новый смартфон. Научился снимать видео. Тоже просмотры упали, да? Решил перепрофилироваться быстренько. Да-да-да. Камерамен, смартфоном мен. Очень нравится снимать новым телефоном для того. Привет. Привет. Подожди.